Что же, поздравляю всех, дорогие друзья! С вами я, Вован. Я опять вернулся. И сегодня, думаю, 25 лет. Невероятно, что настолько быстро все прошло. И я, честно говоря, даже бы и не заметил. Но неожиданностью самой настоящей было для меня сегодня то, что думаю, первой части, которая вышла в 93-м году, сегодня исполняется целых 25 лет. Это реально круглая дата и настоящий праздничный день, который, я считаю, нужно взять и отпраздновать каждому человеку, уважающему гейм-индустрию, потому что ID Games сделала огромнейший вклад, создав Doom в 93-м году. Гейм-индустрия невероятно сильно изменилась после этого, а в целом, а также начали реально уважать такой жанр, как шутеры, потому что, в целом, Wolfenstein смог да что-то показать, но все равно именно Doom это взял и закрепил своей невероятной атмосферой, которая объединяла в себе несколько вещей. И мало того, я очень сильно, невероятно благодарен компании ID Games, а особенно Джону Ромеро, который настоящий молодец, как не забыл о своем проекте, как Doom. Он не забыл о проекте 93-го года и, внимание, собирается сейчас создавать модификацию. Модификацию для того самого оригинального начального Дума 93-94 года. Это невероятно, тем более будет целое издание. Модификация называется Sigil. И что же, я, честно говоря, буду ожидать. Если она выйдет в сеть, а она выйдет очень скоро, ребята, она выйдет в середине декабря. Если что, уже декабрь. То есть, настолько быстро во всем сказали, практически за неделю до того, как должен выйти сам Sigil. Невероятно, огромнейшее спасибо Джону Ромеро за такой проект и за то, что он реально не забывает про свою серию. Про ту серию, которая изменила целую индустрию, которая изменила абсолютно все будущее развитие жанра компьютерных игр и такого жанра, как шутер. Невероятно. Это невероятно приятно. Я правда, мне очень греет сердце то, что хотя бы да кто-то и не забывает о своих старых проектах, и что кому-то не насрать там на понятие графики всякое такое, а человек просто берет и создает модификацию, которая реально является по сути празднованием того самого огромнейшего, шикарнейшего открытия, такого как Doom. Я с огромнейшей радостью хочу взять и получить Sigil, если каким-то образом смогу это сделать, я это сделаю. Хотя бы в интернете, хотя бы бесплатно, но все равно это просто что-то. 25 лет на самом деле для Дума это такая памятная дата, которую по-настоящему надо запомнить и которую по-настоящему надо отпраздновать. Если не сегодня, 10 декабря 2018 года, то когда-нибудь потом, но при этом не забыть, какую именно дату ты празднуешь и то, что же именно ты празднуешь. Как бы то ни было, а я в любом случае снова скажу, я наверняка уже за этот ролик всех задолбал, потому что он реально короткий, но, ребята, поздравляю абсолютно всех с тем, что Думу сегодня 25 лет. Это невероятно сильно греет душу. А также то, что Джон Ромеро сделал. То, что он не забыл о таком проекте и делает все именно на его движке. Самая настоящая похвала. Всем пока!